Когда Юрий встретил Натаху, то подумал, что ему крупно повезло. Но со временем он понял, что крупно повезло тем, кто ее не встретил. Говорю, что не пью, все пытаются напоить. Говорю, что на диете, все пытаются накормить. Говорю, что нет денег. Вот не пойму, то ли тихо говорю, то ли в этот момент все перестают резко слышать. Одна блондинка побывала в Австралии, приехала оттуда и рассказывает другой. Ты представляешь, там самки кенгуру постоянно дерутся между собой. Вау, интересно, почему? Да что тут непонятного? Потому что у другой овцы реально такая же сумочка, как и у нее. Пекарь с 20-летним стажем переворачивает жену в постели каждые 20 минут. Как обычно, в Мерседес и 600 влетает старый запор. Оттуда вываливаются братки и к деду. Ну все, старый, ты попал. Поехали квартирку смотреть. Дед, недолго думая, достает пулемет и кричит им. А ну построились, суки, в одну шеренгу. Делать нечего, братки выстраиваются в одну шеренгу. Так, на первый и второй рассчитайся. Братки рассчитываются на первый и второй, а дед им говорит. Значит так, а теперь первые сосут у вторых. «Да ты чё, старый, рамсы попутал?» Дед стреляет поверх голов. «Сосать, я сказал». Делать нечего, первые сосут у вторых, а дед в запор и по газам. Братки подрываются, первые такие. «Догнать, суку, завалить козла старого!» А вторые. «Да ладно, чё вы, нормальный такой дедок!»